Добрый день, меня зовут Иван Рославов. Мы находимся на выставке MIPS 2017 на стенде компании Hikvision. Традиционно компания Hikvision на выставке MIPS показывает свои новинки. Об основных из них я сейчас вам расскажу. IP-камеры линейки EasyIP 3.0. Основные преимущества данной линейки – это поддержка кодека H265, разрешение до 4K и поддержка такого функционала, как WDR и подсветка XR. Модели поддерживают смарт-видеоаналитику, которая, кстати, полностью интегрирована в программный комплекс Trasir. Аналоговое решение от компании Hikvision. Обновленная линейка аналоговых камер TVI поддерживает разрешение до 8 мегапикселов. Питание для обновленной линейки TVI может осуществляться по единому кабелю, по аналогии с PoE питанием для IP-камер. Данная технология называется POC. Отдельная зона на стенде компании Hikvision посвящена решениям для транспорта. Напоминаю, что смарт-серия камеры Hikvision поддерживает аппаратное распознавание номеров, которое, кстати, поддерживается в программном комплексе Trasir. Все новинки видеонаблюдения от Hikvision вы можете посмотреть в шоуруме компании DSSL. А также вы можете взять на тестирование любую новинку компании Hikvision. Обращайтесь с менеджером компании DSSL. Спасибо за внимание.